Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 16 февраля 2022 года, и мы ждем нашего Левушку. Он уже выехал из Санкт-Петербурга, и папа наш везет его к нам. А пока едет Левочка к нам домой, я хочу создать вот такое видео. Видео конкретно о Левушке, потому что Катюша прислала мне много фото и видео Левы, пока он был у Катюши, моей дочки, дома. Вот это первые фото, которые я уже показывала в предыдущем видео, как моя дочка его забирала. Вот так вот за пазухой в курточке прячется Левка, едет домой. Так, Мишута, для которой мы купили Леву, меня целует. У Миши сегодня течка. Миша, 8. Миша мне не дает говорить, извините за качество звука. Хочу создать альбомчик Левушкин. Мишута, ну, давайте просто посмотрим фото, пока Миша не успокоится. Так, я даже из-за Мишиных ушей ничего не вижу. Так, вот эти первые фото Левчика с моей дочкой Катюшей, когда они ехали в лифте, домой поднимались. Наташенька, спасибо, привезла прямо до дома. Такой смешной малыш. Вот такой заяц прямо. Вот такой пупсенька. Зайчонок. Так, это уже повторяются фото. Сейчас попробуем посмотреть видео. Просто с моим, скажем, скоростью моего интернета. Это ой-ой-ой. Вот это первое видео, которое я уже показывала предыдущем. Подвисает у меня интернет. Возможно, попробую сейчас тогда видео вставить из... Вот так я и смотрю видео. Давайте посмотрим фото, а видео попробую с мобильного телефона показать. Так. Тут еще видео с Даришей. Катя мне прислала. Миша сидит на мне, поэтому камера дергается. Миша тут вылизывается. Это будущий Мишин муж. 14 февраля Левушке исполнилось 2 месяца. И, как говорит Наталья, он всех своих братишек, сестренок очень обижал, кусал, и причем очень зло кусал, за что вот был выселен. Так рано из дома родного от мамы. Миша, ну вот очень мешаешься. Вся камера прыгает из-за Миши. Ну, лев. По родословной мы назвали мальчика Цезарион Кинг Леон. А ласково можно его будет звать, ну вот как захочется. Лева, Ленчик, Левчик. Вот такой вот парень. Окрас у него шоколадный. Шоколадный окрас на фото всегда, тем более он горький шоколад, смотрится, ну, почти черным. Вот такой пупсяшкин. Не все фото качественные. Заранее извиняюсь. И так снимаю на камеру. У меня, конечно, это все сохранится будет в альбомчике, в специальном Левочкином. Но вот для того, чтобы показать вам, я делаю вот такое вот видео. Первые, скажем так, минуты, когда мы Левчика увидели уже в нашем доме. Мишута, не прыгай, камеру не дергаешь. Ой, какая Мишута. Как только, конечно же, Левушка приедет. Миша. Господи, я даже не вижу, что я снимаю. Как только Левушка приедет, я обязательно, конечно, покажу первые минуты знакомства Миши и Левчика. Купили мы его специально для нашей Мишуты, которая мешает мне снимать это видео. Я пытаюсь хоть как-то сфокусировать. Не все фото качественные, тут и фото есть размытые. И Миша мне еще помогает. Миша, не прыгай по компьютеру! Вредитель. Вот они, наши глазки. Вот они, наши глазки. Игрушка. Дочка даже не хотела отдавать. Говорит, боже, какая прелесть, оставь его у нас пожить. Я говорю, да пожалуйста.
Насколько я помню, свободен к продаже остался еще братишка нашего Левы и сестренка. В помете было 7 щенков. Один щенок, девочка, остается у заводчика. Очень тоже она в нее влюбилась. Один вот парень едет к нам. Остальные все ребятки тоже уже в резерве нашли своих мамочек и папочек. И вот 2 щенка оставалось. Я не знаю, может быть, уже и нет. Но если кто-то хочет... Все были шоколадные. Левка единственный был с белым галстучком. Остальные горький шоколад. И очень все друг на друга похожи. И на родителей. И я покажу обязательно родителей. Значит, Левка был единственный с белым пятнышком. Галстучком. Я за это его и выбрала. Потому что я люблю не чистый вот шоколад окрас, а такой вот, чтобы понаряднее был. Какие лица. Ну, лев. Взгляд такой из-под лобья. Ой. Одна другой краше фотография. Сейчас, извините. Ой, какой Мифутка. Еще один Мишутка, да? Но Мишутка уже есть, поэтому будет Лев. Мне кажется, ему очень подходит это имя. Я его придумала, это имя, еще год назад. Как только вот решила, что я хочу такую собаку. И мы дождались нашего Левчика. Посмотрим сейчас, какой он будет по характеру. Это уже пошли повторяться фото. Сейчас я покажу фото родителей Левушкиных. Кажется, я все вот эти фото уже показала. Значит, потом попробуем посмотреть видео на телефоне, если здесь не будет открываться. Очень много Катя мне прислала, дочка моя, видео с Даришкой и с Левушкой. Так, это родители нашего Левушки. Левушка не родственник ни по какой бабушке, ни по какой прабабушке, ни по какой, естественно, маме, папе, Мишутке нашей. Он не родственник никаким собакам моего питомника. То есть он будет мужем, конечно, не только для Миши, но и для других наших девочек. Особенно для нашёрстных, которые тоже есть в нашем питомнике. И почему я купила, скажем так, Левушку? Для того, чтобы в нашем питомнике были хорошие длинношерстные чихуа. Так как длинношерстный чихуа хороший, хорошо одетый, это папа Левушки, хорошо одетый, он, ну, надо выбирать его от 2 длинношерстных родителей. А вот эта мама, посмотрите, что творится, это же просто, я не знаю, у меня нет слов. Это красота, это мечта, это собака, вот просто... сказка. Вот. То есть это были, скажем, и Миша, и Лёва. Это папа Лёвы. Были мной куплены именно осознанный выбор. Такой папа. Целью получения в дальнейшем в моем питомнике это папа Левушки. Собак породы чихуа с хорошим типом шерсти длинношерстных, хорошо одетых. А это Левушка, как я его увидела в первый раз. Вот здесь Левчику исполнился месяц. Вот только-только исполнился месяц, его еще никуда, скажем так, не показывали. Вот только появились новые фото, я сразу его зарезервировала в этот же день. Наташа меня еще отговаривала: да подожди, да он тут вот еще подрастет, да еще маленький, да еще подожди, да есть другие. Я говорю: Левочка будет наш. Так, сейчас посмотрим, попытаемся еще раз, если получится, открыть видео. Так, может быть, как-то в другом формате у меня получится его открыть.
Так, так, первое видео мы открыли. Это буквально вот первые минуты, как только дочка его принесла к нам домой. Так, вот это видео я, если честно, буду вместе с вами смотреть первый раз. Это уже Дариша пришла из детского садика. И первый раз увидела Дариша уже, Левушку. Да, привет, щеночек. Ее зовут Дарья. Ну, познакомимся. А мама, а вот Катя. Маму зовут Катя? Ну, потискай его. Ты посмотри, какой он пушистенький. Ты хочешь... Ой, подарки какие! Подарки какие? Это для щеночка подарки. Ты хочешь покормить щеночка? Угу. Угу. Давай, чем будем кормить? Ну, давай, ну что, нравится тебе щеночек? Ну, куда ты его тащишь-то? Ну, вот, да, вот так погладь. Погладь, какой ты хорошенький. Ты такой медвежоночек сладкий. Да, Щеночек. Его зовут Щеночек. И я, баба. Ну, а вот они. А Катя зовут Мами. А Катя зовут Мами. Катя зовут Маму. А папа зовут Гая. Да, папу зовут Гая. Ты все, познакомила его со всей нашей семьей? Папа на работе. Да, папа на работе. А мы дома. А мы дома. А мы дома. Да, мы дома. Ты кушала печенюшку? А мы сидели и кушали. Ура, девушка, только. Так вот он кушает. Да, какие ножки лапы. Он маленький. Да, он маленький. Это щеночек мальчик маленький, да? Вот он такой маленький. Он спал в твоих сапожках, которые с ним были. Спал в твоих сапогах. Да, щеночек. Мне уже, я сейчас его возьму, я тебе уже его не отдам. Он такой хорошенький, что я не хочу. Маленький ты. Кормить его будешь? Дядя привез нам щеночку. Да? И нам тетя привезла щеночку. И тетя его мочу? Да. Я? Да, тебе. Не тебе. Бабули. Это щеночек для бабули. Ну, пока он поживет у меня. Моя бабуля. Моя бабуля. Ты это папуле скажи. Папуля не хочет, чтобы у нас щеночек остался. Это мой. Мама. Что я-то сделаю? Это мой. Бабуля. Мой бабуля. Это бабулин щеночек. Мой и мойки. Это бабулин щеночек. Нет, и мойки бабули. А чей это щеночек? Мой. Мойки. Это мой и мойки. Наш щеночек? Ты все почемушки. Что-то там функционалисты. А мама,
Хочешь угостить его печенюшкой? Нет, не спасибо. Его надо кормом. Трубочка там твоя, да? Хочешь поиграть? Не надо, аккуратно. Зачем тебе трубочка? Давай покормим его. Три. Давай. Давай, все, сейчас я корм достану. Тарешке полтора месяца назад исполнилось 2 годика. И она старается вот говорить, вот все, что, вот, не знаю, вообще, вот все, что видит, то и говорит. Давайте, тут видео, кстати, очень много, вот, если нам повезет, они откроются. Так, второе видео. Кормим. Кормление Левушки. Ты не хочешь? Ты потому что печеньку уже заточила. А мама хочет кушать. А мама хочет кушать, как ты это поняла? Яка. Вот это хочет кушать. Давай возьмем его на ручки и будем гладить. Давай. А мама хочет лепить. Ага. Вот аккуратно. Неси аккуратненько в комнату. Возьми. Ну вот, он хочет тут пакостничать. Я возьму пакостики. Папуля говорит, у меня щеночек. У тебя щеночек? Папуля на работе. Как будто рассказываешь, что у тебя щеночек. А я бабуля щеночек. У бабуля щеночек, да. Хочешь его пока погладить? Ай, зачем ты его пугаешь? Он так боится, Дарин. Зачем пугать своим волком? Вот такой страшный волк. Ты бойся, мама. Это я. Да, я тебя не узнала. Я думала, это волк. Ты бойся, мама. Это я. Это ты? А, мы тебя не узнали. Мы думали, это волк. Мы испугались. Лучше покажи. Лучше покажи, какие у тебя маленькие есть. Друзья. Ой, боюсь тебя, боюсь. Я боюсь, мама. Это ты? Я. Вот оно что. Так это щеночку показывай. Ой, какая корова тут. Ну как, смотри, там интересно. Вон, побегайте. Мяу-мяу, побегайте по полу. Покажи нам мои игрушечки, какие у тебя есть. Аккуратно только, а? Ты хочешь? Хочешь поиграть? Смотри, какие у него. Я играю. Аккуратно. Без резких звуков, пожалуйста. Да как он смотрит? О! О! Ну куда побежала эта ягоза? Побегайте вместе. Нет, нет, не на ручках, а ты беги, и он за тобой побежит. Дарит, куда ты? Зачем на диван-то его? Если ты не будешь с ним сидеть, он на диван не надо. Если ты решила играть, то играй на полу. Если ты будешь сидеть с ним обниматься, то сидите на диване. И я котик, бабуля и ночи. Бабуля, щеночек, да. Что, только тебе можно его трогать? Пип. Я, а мама котик, а моя мама. А мама, а я... Та-дам, шарфик. Шарфик, а мы... Ай-яу. И баба, и... Тебе кухоляшки. Ты что тут так? Ай-яу, кот. Побежали. Мяу.
Нет, не будем бегать. Ты там показываешь, какой шарфик у тебя, кота на треске. Смотри, какой у него носик. Носик. И глазки. Смотрите, какой полёсенький. Не больше, не больше. Ну, это не больше. Ужас какой. Это что за ужас тут? Ой, я тебя боюсь, а ты еще и щеночка пугаешь. Зачем ты пугаешь бабулевого щеночка? А ты большая. А я большая, да, мне. А я мочи маленькие. И щеночка маленькая. И мочи. И мочи. Мою мочи. Это моё щеночка. Я моя мочи. Моя щеночка. А на работе. Мою. Это вообще-то бабуля на щеночка. Аккуратно, аккуратно, опусти. Видишь, ему не нравится. Язык она мне тут показывает, а? Аккуратненько. Сядь, сядь с ним, я вам мультики включу, будете мультики смотреть. Так. Ой. Так, 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 второе. Вот я уже боюсь, у меня не хватит места на карте памяти. Катюшка молодец, много наснимала. Куда ты там было под одеяло пихаешь? Ещё а мама какая! Да. И это мама. И вот это мама. Да. И это и мама. Синуся. Дариночка, аккуратно, видишь, ему неудобно. Опусти его, пожалуйста, Дарина. Так, вот здесь уже опасно, здесь вот и краешек. Ну, спасибо по маминой подушке, вы тут полазите вместе еще. Аккуратненько, Дарин. Дарина. Вот так нельзя. Вот так нельзя. Аккуратненько двумя руками держи собачку за пузико. За пузико? Да, за грудку, за пузико. Не надо за шею держать. Двумя руками. Двумя руками. Да, Лёвке досталось от Даришки, поэтому мы решили забрать... Сегодня сначала у нас были планы оставить, то есть так, не планировали мы сегодня его забирать. Надо было для этого ехать специально в город, времени особо не было. Так, вот еще видео. Но, собственно говоря, правильно сделали, что забрали. Так, это что-то перевернутое видео. Дарина уже обнимает Левчика, а Левчику, по-моему, уже вообще все по барабану. Дарина, попробуй перевернуть.
Мне прислали так видео, у меня так ноутбук его. Вова. Вова. Чудика, ты его прогоняешь, ты его сама позвалась сюда. Ай, ну, это как ты. Пусик. Пусик. Ну, я хочу сказать, Лёвушка очень даже спокойно на все это так это реагирует, на все Даришкины над ним истязания. Так, совместное фото. Вот так, на память. Огромное спасибо моей доченьке Катюше за то, что она такие чудесные видео и фото прислала про Лёвчика. Жду не дождусь, как Лёвушка приедет. У нас все тихо и мирно спят. Я как раз вот это видео загружаю. Готовимся к приезду Лёвчика. Надеюсь, Лёвушка выспится в машине. И мы с вами, дорогие друзья, сегодня, конечно же, с ним обязательно познакомимся. Посмотрим на реакцию наших собачек на Лёвушку. Что там Лёвка... О, в соседней комнате наши малыши как веселятся. Так, это уже просто видео Дариши. И напоминаю, если кому-то хочется такую прелесть, посмотрите, какая у Левчика крепкая, здоровая психика. Выдержал все испытания Даришкой. Не плакал, не боялся, не забивался. Пишите в личные сообщения, дам телефон заводчика. Если еще успеете приобрести. Малышам вот 2 месяца 14-го исполнилось. Уже все в резерве. 2 щенка осталось. Было. Опять-таки, может быть, уже и все в резерве. На этом прощаюсь с вами, дорогие друзья, но ненадолго. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока и до новых встреч. Это мама и папа Лёвушки.